Артанис! Засейвил я Артаниса. Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем выполнять Random Charter Tour Challenge в игре Heroes of the Storm. После последнего матча, который мы провели за Рагнароса, счет у нас стал 7-1. Очень удивительно, что мы проиграли всего лишь одну игру. Это была первая игра, и пока что неудачи нас больше не постигли. Надеюсь, так продолжится и впредь. Ну а мы начинаем нашу девятую часть. Тироэль, Артанис, Валла, Кувалда. И за кого же будем играть мы? А мы будем играть за Гул'дана. Напомню, как выполняется Random Charter Tour Challenge. Мы заходим в быструю игру, выбираем случайного персонажа без каких-либо приоритетов и играем матч. Победу записываем на меня, поражение записываем на рандом. По истечению какого-то количества роликов подведем итоги. За Гул'дана я играю не так часто, но билд я его в принципе знаю, поэтому с билдом мы вряд ли обломаемся сегодня. Начинается битва. Мы отправляемся на средний лайн. Проверяем кусты, никого. Надо немножко, правда, будет вспомнить, как играть за Гул'дана. Все-таки, ой, как давно за него не играл в последнее время. Сейчас опять проверим кусты. Нету никого. У меня явно проблемы будут. Я не такой крутой Гул'дан, как некоторые. Так, хорошо. Надо пингануть, чтобы помогли. Ребята, поассистите мне. Сосем! Блин, мы вообще пустые. Нам на самом деле сейчас вообще тут делать нечего. Надо пососать жизни у кого-то. Чуть не откинулись. Сосем из Гул'дана. Нормально, попали. Улучшенный жизнеотвод берем здесь, конечно. Сосем! Нормально. Отлично сработано. Сосем. Отлично продамажили Зула. Очень круто. Пушим. Очень неплохо. Да, Валка побежала. Пощады не будет.
Сосем изо рта со жизни. Замечательно. Мясничалка. Отлично, забрали. Конечно, у нас кувалду забрали, но такое случается. Отхиливаемся. Ну, пока у нас все хорошо. Так, 7-й уровень. Здесь мы берем... а тут мы берем либо первый, либо последний талант. Я беру жажду власти. И мы идем пушить. Сосем из мясника жизнь. Ну, пока у нас явное превосходство. Вопрос, как долго оно у нас продлится. Сосем изо рта со жизнь. Что такое у них происходит? У них кто-то ушел, что ли? Я не понимаю. Сосем изо рта со жизнь. Отлично, отсосали. Такое чувство, что у них кого-то нету, но у них Азмодана нету в замесах. Гул'дан сверху пушит. О, Азмодан пришел. Берем ужас. Все, забираем парня. Неудачно он ворвался. Цель ликвидирована. Странно, Артанис. Пешком гуляет. Сосем, 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 и забрали Зула. Ну, что такое? Я не понимаю. Я вот играю обычные игры за обычных героев, за которых хочу. И у меня попадаются такие пати, я постоянно сливаю, там просто, казалось бы, пати нормально собрана, и мы сливаем. Сейчас я играю за рандом, я проиграл первый матч за Газлоу. Больше я ни разу не проиграл. И пипец, походу этот матч я выиграю. Ну, я не знаю, может быть, конечно, они перехватик-то замутят, но пока это не ощущается. И мне как-то, блин, просто тяжело понять, что я за рандомных героев, получается, тащу. А за тех, за которых и люблю играть, не тащу нихера. Это, блин, нифига не кляво. Продамажили мясничелу. Проверили Азмодан, находится он там или нет. Не находится. Артанис! Засейвил я Артаниса. Земля приняла еще одного. У них, походу, идет разлад в команде. Я не понимаю, Гул'дан как-то у них сам по себе. Он что-то что хочет, то и делает, походу, в замесах. Как-то вроде сначала участвовал, сейчас уже не участвует. А вот и он. Сосем изо рта со жизни. Отлично. Надо попить из колодца, а то... Ну, совсем нет ресурсов. Так, 13 уровень. Ну, здесь либо камень здоровья, либо скверну. Но учитывая, что они нас не дамажат, я возьму скверну. Конечно, возможно, это в итоге окажется ошибкой. Зул ушел. Зря я потратил, конечно. Оп.
Забрали. Вот так. Пушим, пушим, пушим. Походу, это будет быстрая игра. Надо будет сразу же 10-ю часть после этого записывать, юбилейную. Сосем. О, Артас. Забрали, парни. Не знаю, на что он рассчитывал. Походу, против нас тим вообще жесткая какая-то. Жестко неумелая, я бы сказал. Поэтому, наверное, даже лучше переиграть этот матч, что ли, и не засчитывать его в мою пользу. Ну, это прям какое-то дичайшее избиение младенца. Опс! Вот так я довыебывался. 16-й талант, конечно же, порочное колдовство. Я думаю, пока вы видите мои таланты, отраженная порча, улучшенный жизнеотвод, жажда власти, ужас, доспех скверны и порочное колдовство. Ну, в этой смерти чисто я сам виноват, я уже на расслабоне пошел с ними сражаться, что меня, собственно, и погубило. Пингую, что я иду на середину, на центральный лайн, в замесик. Ну что творит Зул? Он просто хоронит свою команду. Это просто жесть. Меня очень нехило продемагали сейчас. Попью и вернусь. А, он все заморозил, блин. Сейчас бы под измодановский этот бросок не попасть. Забираем у него жизнь. Все, забрали. Такая слабая плоть. Лучше от нее избавиться. Предлагают уже в кору въезжать. Но не рано ли это еще? Сойдем из мясника. Ушел он. Интересно, ребята задумали. Ну, засейвим кору. А, все, наши быстрее нагнули. Блин, ну это вообще, конечно, пипец. Это матч очень жесткий. Не хочется его даже заносить в протокол 9-й игры. Кувалда, МВП. Ну, в принципе, блин, да вся команда у нас играла хорошо. Просто, блин, не знаю, у меня, кстати, нету в списке героев. Счет становится у нас 8-1 в мою пользу. Лайк я поставлю, пожалуй, Кувалде. Вот так. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию Random Charter Challenge. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!